песню свою запевает зима, и за роем снежинок мир уходит из вида. Знаешь, ты, знаю я, нас согреет она. Вспоминаем тебя, Артемида. Артемида. Меховой салон Артемида. Проспект Ленина, 52. Артемида. Меховой салон Артемида. Роскошь, которую так приятно себе позволить. Итак, разговор по существу, конечно, приятно начать после просмотра этой потрясающей коллекции от салона Артемида, что на Ленина 52. Почему разговор по существу? Да потому что каждый мужчина должен сделать не три, а четыре вещи. Ну, первое, понятно, посадить дерево, второе, построить дом, третье, вырастить ребенка, и четвертое, извините, купить норковую шубку. Потому что это действительно мужской поступок. И любая девушка, любая женщина, любая мама рано или поздно все-таки мечтает об этом. Теперь вопрос о том, как это грамотно сделать. Потому как на рынке, ну, действительно, очень много предложений. И как выбрать правильно? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Ну, во-первых, четвертый мужской поступок можно сделать и не один раз в жизни. Потому как вслед за длинной шубкой вам необходимо купить и короткую шубку. Объясню почему. Длинная шубка в основном предназначена, конечно, для того, чтобы человек ходил. А вот короткая для того, чтобы человек ездил. И поэтому, если вы выбираете, допустим, джип, ну вот смотрите, нижняя часть подклада будет постоянно пачкаться. Поэтому в длинной шубке вы садите свою подругу куда-куда? В хороший седан. А вот в короткой, пожалуйста, на природу и еще куда-нибудь. Потому что ничего не запачкается, и шуба будет служить и не один десяток лет. Но это я, конечно, утрирую. Кроме всего, в шубах важна практичность. Есть, конечно, красота, это не стриженная шуба, а есть стриженная шуба. Они очень красивы, также замечательно носки, но вот, допустим, все-таки в автомобиле я бы предпочел мех более такой стриженный, потому что вот эту красоту, настоящую красоту, ну, честно говоря, юзать, ну, сложно и не хотелось бы. Теперь касается того, хорошо я смотрюсь, да, в окружении шуб. Что вам предлагают на рынке? На рынке, к сожалению, в большинстве случаев вам предлагают Китай. А вот теперь я по Китаю пройдусь, и пройдусь по жесткому и по больному. Потому что Китай, ну, мало того, что он натянул, извините за выражение, комбинат, он еще и натягивает каждую шубу, каждый мех. Он просто вытягивает его до невозможности. И салон Артемида не экспериментирует. Вы можете открыть любую шубу, посмотреть ее и увидеть, какие огромные солидные пластины. Здесь ничего не придумано. Что делает Китай? Он берет все это дело и растягивает. И в результате, ну, зайдите в любой салон. Если вам, конечно, дадут посмотреть, если, опять же, это будет цельная шуба, то любую ткань, извините, а человеческая ткань также растягивается. В тех шубах можно будет посмотреть на свет. Здесь же вы ничего не увидите. Теперь как еще экспериментирует Китай? Ну, возьмем, к примеру, любой журнал. Вот он вроде цельный, да? Такой красивый. Давайте просто порвем его на куски. Затем очень тщательно, благо сейчас есть компьютерные технологии, спектрографии. Вот тут примерно так попытаемся его собрать. Я, конечно, боюсь, что навлекем мы гнев продавцов различных шуб. Но, извините, шубу надо продавать качественные, а не шубы из дырок, потому что вот все эти куски очень-очень тонко сшиты. В результате шуба-то не греет, потому что она буквально дырявая, прозрачная. То есть норковая шуба – шуба из дырок. Ну, если говорить о качестве и подходе к делу, необходимо, чтобы в том салоне, где вы решили купить себе шубу, были представлены, ну, топовые модели, топовые меха. Извините, круче Соболя. Великолепного, такого ноского, такого долговечного, есть только шиншилла. Действительно, мех того стоит и вообще просто супер, мне понравилось, я бы отсюда не уходил. Теперь давайте про экономику и про кризис, хотя кто говорит про кризис? Не, мы только антикризисные меры принимаем. Так вот, в связи с тем, что, ну, немножко так цены у нас подрастут в ближайшее время,
Есть специальное предложение от салона Артемида. Итак, предложение номер один. Ну, это огромное количество кредитных программ. Извините, мех, так же, как и бриллианты, в цене не падает. А хороший мех не падает в цене вообще никогда. Вот. Есть другое предложение. Вы можете элементарно накопить на шубу. Вам понравилась шуба, вы принесли деньги, избыток, заначка или еще что-то. И оставили здесь на ответ хранения. А потом, когда денежка поднакопилась, вы приходите, и ваша супруга, или ваша дочь, или ваша мама падает на вот это мягкое кресло, и вы начинаете выбирать понравившуюся шубу. Ну и о чем женщины не задумываются, но о чем задумываются мужчины. Это вопросы. Вопросы гарантии и вопросы гарантийного уже обслуживания. Извините, к шубам это относится. Так вот, гарантия здесь 1 год, а гарантийное обслуживание на целых 2 года. И самое интересное, здесь вам, таким любимым клиентам, предлагается, кроме всего прочего, подшить пуговички, потому как ни в коем случае не надо самому дырявить норку. Продырявите, все, дальше дырка пойдет. Лучше доверьтесь профессионалам. Ну и, разумеется, какая женщина не любит свою фигуру? То есть в процессе носки ваша дама может похудеть, и это лучше всего, если она это сделает. Может кое-что себе добавить, кое-где поправить. Что делать? Выкидывать шубу? Нет, обратно сюда, в Артемиду. Здесь вам профессионал ее подгонит строго по фигуре. И как тут не вспомнить замечательный фильм «Белое солнце пустыни» или «Кавказская пленница». Ну и спою я. Если бы я был султан, я бы имел 5 жен. И вот такой бы красотой был бы окружен. Но если бы мои жены были бы еще одеты в меха от салона Артемида, то вопросов бы ни у кого не возникало, потому что здесь, действительно, бриллианты коллекции. К сожалению, российское законодательство ограничивает количество ваших жен 1 штука. Но если у вас, к примеру, есть теща, есть ваша любимая мама, есть ваша дочка, есть ваша любимая жена, конечно, это не проблема всех одеть и почувствовать себя султаном. Тем более, что в азиатских странах, типа в Египте, никто и не обращает внимания на возраст ваших супруг. Но тут есть маленькие дополнения. Конечно, главное, чтобы все ваши жены, в смысле мама, теща, дочка и жена, были одного роста. А то разоряться на различные размеры, как-то не хотелось бы. А так они будут просто меняться одеждами и всегда будут выглядеть стильно и красиво. Когда песню свою запевает зима, и за роем снежинок мир уходит из вида, знаешь, что знаю я, нас согреет она, вспоминаем тебя, Артемида. Меховой салон Артемида, проспект Ленина, 52. Артемида. Меховой салон Артемида, роскошь, которую так приятно себе позволить.